Если вы заметили продажу нелегального алкоголя, то Департамент потребительского рынка Тюменской области просит обратиться на горячую линию. Распознать такой продукт можно по нескольким признакам. Отсутствие специальной марки или ее подделка, перекошенная этикетка порой с орфографическими ошибками. Особое внимание нужно обратить, если цены на алкоголь занижены. Например, стоит усомниться, если пол-литровый бренди продается меньше, чем за 324 рубля. Позвонить на горячую линию можно по телефону 8 34 52 42 61 85. Напомню, что незаконная торговля алкоголем стала причиной гибели наших земляков.